Нет, это невероятно. Второго такого города нет. Ты влюблен в его образ. Я влюблен в тебя. Утро в Париже прекрасно. Откуда вы здесь? Ну и ну. Папа тут по делам, а мы решили сесть на хвост. Можем проводить время вместе. Да, у нас уже столько всего намечено, но я думаю, это... Что? День в Париже очарователен. Если не ошибаюсь, на Родена заметно влияла его жена, Камилла. Роза, так ее звали. Нет, он не был женат на Розе. Надеюсь, завтра ты не будешь таким угрюмым. Я не настолько им очарован, в отличие от тебя. Он псевдоинтеллектуал. Чуть более терпкая, чем в 59-м. Я люблю дымные нотки. Вечер в Париже пленителен. Мы с Кэрол идем танцевать. Танцевать. Нам подсказали шикарное место. Пойдете? Не, конечно, я не собираюсь портить всем праздник, но я хочу прогуляться. Но полночь в Париже волшебна. Карл Бруни, Марион Котийяр, Рэйчел МакАдамс, Оуэн Уилсон. Когда ты вчера вернулся? Не так поздно. И сегодня я думаю устроить себе еще одну прогулку. Автор сценария и режиссер Вуди Аллен. А куда Гейл пошел? Он гуляет по Парижу. Куда он бегает каждую ночь? Он бродит, ищет вдохновение. Угу. Ты нарядился. Есть повод? Да это я там писал. А ты всегда сочиняешь, душишься одеколоном? Так я еще люблю сочинять ванной. Там эти положительные ионы вокруг всякие витают. Постой. Я отправил за ним частного детектива. И что же? Я не знаю. В агентстве сказали, детектив пропал. Полночь в Париже. Я оказался в очень заковыристой ситуации.